Золотой топор. У человека упал топор в реку. Села на берегу реки и заплакал. Услышала рыбка, что он плачет, пожалела его и принесла ему топор из золота. «Твой это топор?» – спросила она. «Нет», – ответил человек. Достала рыбка топор из серебра и спросила, его ли это топор. Он опять ответил «нет». Тогда она достала его собственный топор, и он закричал от радости «вот это мой топор». Достала рыбка все три топора и отдала их ему. Принес человек топоры домой, показал их соседям и рассказал, что с ним произошло. Один завистливый, жадный человек, услышав это, решил взять свой топор и бросить его в реку. Достала рыбка ему золотой топор и спросила, его ли это топор. Он от радости сразу закричал, «да-да, это мой топор». Рыбка поняла, что он обманывает, взяла топор и уплыла с ним. А жадный, устав сидеть и ждать, вернулся домой без топора.